Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Московской области пресекли производство и сбыт фальсифицированной красной икры в особо крупном размере. Подпольный цех располагался на территории промышленной зоны в городе Реутове. По предварительным данным, злоумышленники закупали имитированную икру, расфасовывали ее в банке, наклеивали этикетки несуществующих производителей и отгружали на склад в Москве. Продукт отправляли под видом лососевой икры в торговые точки Московского и соседних регионов. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.